столице северной томится пыльный тополь. Запутался в листве прозрачный циферблат. И в темной зелени фрегат или акрополь сияет издали воде и небу, брат. Ладья воздушная и мачта недотрога, служа линейкою преемником Петра, он учит, красота, не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра. Нам четырех стихий приязненно господство, но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространство превосходство сей целомудренно построенный ковчег? Сердито лепятся капризные медузы, как плуги брошенные ржавеют якоря. И вот разорваны трех измерений узы, и открываются всемирные моря. Вот так звучат и доносятся до нас строки замечательного стихотворения «Адмиралтейство». Создал его Осип Мандельштам. И эти строки доносятся до нас из 1913 года. Это был последний мирный год, последний год перед катастрофами Первой мировой войны. И доносятся эти строки до вас из Петербурга, из города, где, собственно говоря, они и возникли. И вот мне думается, что этот интерьер, в котором мы с вами находимся, замечательно подходит для такого стихотворения. Ведь это была домашняя библиотека в 1913 году, когда, собственно, возникли строки стихотворения. И библиотека эта принадлежала герцогу Георгию Георгиевичу Мекленбург-Стрелицкому по названию германского герцогства Мекленбург-Штрелиц. Это был замечательный человек, правнук императора Павла, знаток и любитель музыки, который сам занимался сочинительством. И еще он был знаменит своими коллекциями, замечательный коллекционер. И вот для его коллекции книг и был создан этот великолепный интерьер. Он возник в 1897 году, и автором его стал архитектор Вадим Стаценко. Надо сказать, что здесь и сейчас читальный зал. Читальный зал замечательный в библиотеке, центральной городской публичной библиотеки в Петербурге. И вот в этом пространстве читального зала так замечательно разворачивается художественный мир этого стихотворения. Разворачивается художественное пространство. Посмотрите, в столице северной томится пыльный тополь, как бы из тополя, из одного образа дерева. Раскрывается художественное пространство. Как тут не вспомнить Пауля Целана? «Ein Baum hoher Gedanke» – «Мысль высокая, как дерево». Это строчка из стихотворения Пауля Целана «Fadensonnen» – практически непереводимое название, но что-то вроде «Нити солнца» – стихотворение 1965 года. Его можно сейчас вспомнить, потому что для Пауля Целана поэзия Мандельштама была чем-то очень-очень важным. Но мы как раз сегодня будем говорить об Осипе Мандельштаме. В столице северной томится пыльный тополь. Получается пространство, как бы припорошенное временем. Потому что
пыльный тополь – это, конечно, пыль времен. И вот это время, которое лишь слегка заявляет о себе в первой строке, разворачивается настоящим действующим лицом во второй строке. Запутался в листве прозрачный циферблат. Прозрачный циферблат – незаметный, невидимый, но ощутимый ход времени. Циферблат прозрачен, и мы не можем себе представить, да, сколько вокруг нас сейчас таких прозрачных циферблатов. Время идет, но мы его едва ощущаем. Интересно, что это время, как оно предстает в таком стихотворении, как будто бы приторможено, приторможено пространством, как в первой строке. Пространство припорошенное временем, так во второй строке время, приторможенное пространством. Запутался в листве прозрачный циферблат. Что это за листва? Листва, листы, листья, их шорохи как будто бы тормозят ход времени. И здесь, в библиотеке, где шелест бумажных листов и страниц ощутим повсюду. Мне кажется, это особенно хорошо себе представить. И если всмотреться поподробнее, вот так же медленно, то вдруг высвечиваются в словах непривычные грани, как, например, в слове «циферблат». Высвечивается его немецкость, потому что ведь циферблат, это листок с цифрами. То есть, в общем-то, тоже листок. И вот шелест страниц, листов, листьев и даже циферблатов. Все вокруг нас. И все это создает особенную атмосферу. Так получается, что в петербургской библиотеке, принадлежавшей некогда германскому герцогу, вот эта капелька немецкости в дистиллированной русской речи Осипа Мандельштама звучит как-то по-особенному. И вот оказывается, что мы едва заметно уже путешествуем. Уже путешествуем сквозь пространство и время. И вот мы в Александровском саду. У стен Адмиралтейства это здание было завершено к 1823 году. То есть такой след романтизма в Петербурге. И вместе с тем это центр города в структурном отношении. Точка совершенно особенная. Точка, в которой сходятся важные магистрали центра города. То, что называется лучевой перспективой. Когда в центре ставят некое здание, и от него, как лучи, расходятся улицы. В таком пространстве легко и удобно ориентироваться. Это идея в Петербурге из 18 века. Вообще в Петербурге 18 века много, потому что он прежде всего дитя эпохи Просвещения и 18 века. Вот центр лучевой перспективы – это как раз Адмиралтейство в Петербурге. И здесь, в этом месте, где как бы стягиваются в одну точку разные элементы пространства лучевой перспективой, вот здесь можно путешествовать замечательным образом и сквозь время, притом в прекрасной компании. Компанию эту нам могут составить морские нимфы, вращающие небесные сферы. Это след другого времени, 1812 года. Феодосий Щедрин, их автор. Ну, казалось бы, ничего необычного. Морские нимфы, по легендам, часто танцуют на берегах рек и на берегу моря, тоже это выглядит вполне органично. Вместе с тем мы понимаем, что это, конечно, статуи. Статуи защитниц и покровительниц моряков. А скульптурная группа «Щедрин» приготовила особенные для этого здания. Они так устроены, что если мы долго и пристально всматриваемся в эти скульптурные группы, то мы прямо-таки увидим, как они движутся, как они вращаются вокруг, по кругу, кружатся по часовой стрелке. Это тоже очень интересно. По часовой стрелке и вместе с тем сквозь время. И даже для наших путешествий не только компания хорошая найдется, но и транспорт. Есть кораблик. Мы можем увидеть его на шпиле Адмиралтейства. Это тоже идея 18 века, чтобы над городом парил корабль.
И уже в 18 веке это была золоченая копия, частично и золотая копия реально существовавшего корабля. То есть кораблик имел определенный прототип. Где же можно поговорить хорошо об искусстве и реальности, и их взаимоотношениях, как не здесь, под сенью этих деревьев, поблизости от этого удивительного корабля. И вот по версии, которая, вероятнее всего, была известна Мандельштаму, этого кораблика, настоящего кораблика, прототипа, уже к началу 18 века не было. Образ его создавали, опираясь на гравюру. Такая интересная получается зеркальность. Есть некий корабль, который, в общем, уже не существует, но осталась гравюра, его отражение, а с этой гравюры мы можем сделать дополнительное отражение, создать вот этот вот образ корабля золоченого для шпиля. Но в любом случае, какую бы мы ни использовали версию, а скорее всего именно это было известно Мандельштаму, какую бы мы версию ни использовали, в любом случае речь идет о золоченой копии уже несуществующего оригинала. Бог знает, может быть, он и вообще не существовал. Всякое бывает, версии могут быть разные. В любом случае, эта золоченая копия плывет сквозь века и очень органично выглядит под этим корабликом шар. Шар этот, как золотая капсула, которая тоже хранит в себе время. Дело в том, что при каждой реставрации, когда шар, шпиль и кораблик реставрируют, шар этот раскрывают и туда складывают газеты того самого времени, когда проходит реставрация. То есть получается, что там тексты. Это очень поэтично. Там тексты разных времен, как бы спрессованное время там скрывается. И вот сейчас под этой всей красотой, да, корабля и шпиля мы можем еще раз взглянуть в стихотворение Мандельштама и увидеть, что действительно есть и деревья, в которых может запутаться, в ветвях которых может запутаться прозрачный циферблат, если циферблат часов, который на башне Адмиралтейства расположен. Есть и фрегат, о котором идет речь. Можно понять, почему Адмиралтейство служит линейкою, преемником Петра, потому что действительно оно задает определенные пропорции города. И можно заметить, почему здесь глазомер возникает. Действительно, опорой для глазомера градостроителей становится Адмиралтейство. Можно увидеть и сердитых медуз. Отсюда, правда, их не видно. Надо подобраться поближе и посмотреть, как они красиво сердятся. Вот так мы можем познакомиться и с медузами, которые прекрасно представлены на фасадах Адмиралтейства. И действительно, иначе тогда зазвучит строка: сердито лепятся капризные медузы. Конечно, сердито, потому что медузы часто могут выступать в художественной традиции как защитницы. Конечно, лепятся, потому что ведь и речь идет о лепнине. И, конечно, они капризные, потому что они что-то обратят в камень, а что-то и нет. Что-то станет, например, зданием. Например, Адмиралтейство или каким-то другим прекрасным зданием в нашем городе. А что-то так и останется замыслом, витающим в воздухе в нашем городе. Какой-то идеей, которая так и не реализовалась в камне. Так что они вполне даже капризные особы. И интересно само слово «медуза» и выбор этого образа. С одной стороны, когда речь идет о морских путешествиях, вспомнить о медузах вполне естественно. Мы можем подумать и о морских существах, медузах. С другой стороны, медузы здесь написаны с большой буквы, да мы и знаем о вот этих вот медузах лепных. Здесь, значит, подразумевается медуза Горгона. Получается, что в этом образе природное, естественное, морские животные, да, связывается с художественным, с искусственным. Более того, такая же двойственность на другом уровне высвечивается. Медуза такая воплощенная двойственность. И красота, и ужас в одном лице. И мне кажется, наши медузы адмиралтейские, ну просто даже особенно красивы. Мы можем в них всмотреться и подумать о двойственности во всем этом стихотворении.
вот если мы будем просматривать еще раз все стихотворение в поисках вот такой мерцающей двойственности, то мы увидим, что ею буквально пронизан весь этот текст. Задана двойственность уже в самом начале стихотворения, в первой строфе, когда сказано «И в темной зелени фрегат или акрополь». Удивительно. Фрегат, хорошо, мы понимаем, да? Корабль. Корабль на шпиле Адмиралтейства мы даже можем увидеть. Или акрополь. Акрополис. Город. Греческое слово. Верхний город. Не просто город. Значит, будто бы наверху мы можем представить себе, есть какой-то город. Мы его не видим. Это город невидимый, воздушный. И от всего этого города мы можем увидеть только золоченый кораблик. Получается, что есть нижний город. Это тот город, где мы находимся. У нас тоже есть корабли и Нева, по которой ходят корабли. Наша река в нижнем городе. Но что-то подобное есть и в верхнем городе, получается. Раз там есть кораблик, и раз об этом можно сказать, что это акрополь. Получается, задаются две сферы, нижняя и верхняя, и они удивительным образом соединяются. В следующей строке сияет издали фрегат или акрополь, в воде и небу брат. Брат, слово брат, соединяет и то, и другое, потому что корабль и воде, и небу, и небесной сфере, и нашей сфере, где настоящая вода, Нева, и, кстати, вода еще всякая другая, которая у нас сегодня по погоде представлена. Вот она, задана картинка из двух сфер, которые соединяются. И в следующей строфе первая строка. Ладья воздушная и мачта недотрога. Хорошо, нам кажется, мы можем сориентироваться. Ладья воздушная, видимо, корабль, где-то парящий в воздухе, мы его даже можем видеть. И мачта недотрога. Может быть, конечно, это мачта корабля, маленькая мачточка кораблика. Но, может быть, это нечто совсем иное. Посмотрите на шпиль Адмиралтейства. Разве он не похож на мачту? Может быть, это тоже мачта недотрога. Мы не можем к ней прикоснуться, и шпиль похож на мачту. Ну хорошо, если шпиль Адмиралтейства – это мачта, тогда что же корабль? Получается, что корабль – это весь наш город. Тогда мы на палубе. Мы совершенно того не осознавая, осуществляем все это время настоящее морское путешествие. На нашем гигантском корабле-городе с золоченой мачтой, которой, вправду, не дотрога, и к ней прикоснуться нельзя. И с нами же плывет и маленький кораблик, модель нашего большого корабля. Куда же может плыть такой корабль? Наверное, он плывет сквозь время. Это уж точно. А что же впереди у этого корабля? Куда он направляется? Может быть, в иное измерение? В какой-то совершенно другой мир, в другую реальность? И именно об этом последние строки стихотворения. И вот разорваны трех измерений узы, и открываются всемирные моря. Что это за всемирные моря во множественном числе? Разные моря, художественные миры, которые, конечно, тоже можно отправиться на нашем корабле, предпринимая вот такое морское путешествие. Срединная часть которого сейчас как раз завершается, а заключительная часть впереди. Thank you.
столицы северной томится пыльный тополь. Запутался в листве прозрачный циферблат, и в темной зелени фрегат или акрополь сияет издали в воде и небу, брат. Ладья воздушная и мачта недотрога, служа линейкою преемником Петра, он учит: красота не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра. Нам четырех стихий приязненно господство, но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространство превосходство сей целомудренно построенный ковчег? Сердито лепятся капризные медузы, как плуги брошены, ржавеют якоря. И вот разорваны трех измерений узы, и открываются всемирные моря.